Всем привет! Когда-то уже давненько я снимал видеообзор отличного приложения, которое называется 2GIS или 2GIS, как будет по-английски. Так вот, данное приложение представляет из себя не что иное, как отличный справочник, который привязан к карте. То есть вы видите все наглядно на карте, видите свое местоположение, все, что находится рядом, можете ткнуть там буквально в любое здание на карте, и он покажет вам, что там находится. Можно будет зайти, посмотреть телефон, когда работает, чем живут и прочие моменты. Так вот, приложение это, конечно, из разряда лучших. Я постоянно пользуюсь им. Здесь вы можете также зайти вот сюда вот через фирмы и искать уже конкретно аптеки, банкоматы, банки, гостиницы, бары, клубы, где покушать, заправки, автосервисы и такси. Причем все это дело будет организовано и показано вам на карте, исходя из того, где вы находитесь. То есть все, что будет расположено сверху, будет буквально рядом с вами. Как вы видите, все отображается в зависимости от расстояния. В этом же видео я не буду вам рассказывать именно подробно про приложение 2GIS или 2GIS. Я расскажу вам про дополнительное приложение, которое вышло буквально вчера-позавчера. Это дайлер от компании 2GIS. Выглядит он вот таким образом. Очень свежо, красиво. То есть в этом плане они, конечно же, молодцы. Я немножко отвлекусь, чтобы показать вам звонилку из Android 4.4. Вот такая вот классная вещь появилась. С Android 4.4 вот такой вот красивый и умный функциональный дайлер. Так вот, тот самый умный функциональный дайлер от компании Google научился определять некоторые номера, которые, например, неизвестный входящий вызов. Вы не знаете, что это за номер, и тут сверху вам выводится информация, что это организация такая-то, такая-то, находится там-то, там-то и так далее. Так вот, со скорого времени Google будет нам показывать не только организации, которые не записаны в нашей записной книжке, но и также будет выводить аватарку и имя тех людей, которые вообще зарегистрированы в Google+, и которые связали свой сотовый номер с каким-то из своих аккаунтов. То есть данная галочка, естественно, ставится по желанию. Если вдруг вы не хотите, чтобы вы где-то определялись, высвечивались, вы эту галочку можете в настройках Google+ снять. А те люди, которым нечего бояться, они могут, собственно, эту галочку оставить и на радость своим друзьям и знакомым будут определяться при входящем звонке. Это же, конечно же, здорово. Так вот, вернемся к приложению 2GIS Dialer. Данное приложение точно так же использует всю собственную базу для того, чтобы показать вам все неизвестные входящие звонки. Причем делает она это довольно-таки красиво. Я сейчас покажу набор телефонного номера, но входящий вызов неопределенный будет выглядеть точно так же. Оно красиво накладывается сверху прямо на звонилку. Вот таким образом вы будете видеть, кто вам звонит, адрес и так далее. Также вы можете нажать на крестик и скрыть ту самую информацию, которую вывел вам 2GIS. Согласитесь, это классно и удобно. Кроме этого, мы получаем вот такой вот стильный, красивый дайлер, который, в принципе, неплохо сочетается с родной звонилкой на Android 4.4. Давайте я вам открою, покажу, что он полностью интегрируется с звонилкой. И так как он использует тот же самый свежий интерфейс, единственное, что звонилка в зеленых тонах, но сочетается вот с этим серым цветом, как звонилки от Google, то это все отлично выглядит, на мой взгляд, и очень удобно пользоваться всеми этими вещами. Кстати, сразу стоит отметить, что кнопка «Расшарить контакт», то есть «Поделиться контактом», опять же, очень классно реализована. Не во всех звонилках так удобно это сделано. То есть захотели отправить чей-то контакт, ткнули, появилась сразу кнопка «Расшарить этот контакт» и отправили его через любое приложение или через SMS. Здесь кнопка набора номера, здесь кнопка отправить SMS-сообщение. Все это дело
вот с такой вот анимацией красивой работает. Обратите внимание на то, что сверху телефонный номер, который на самом деле неизвестный, выглядит так, как будто он добавлен и сохранен в моей книге контактов. Я же просто набрал неизвестный номер, то есть несохраненный у меня, и Тугис вывел мне информацию о том, что это за фирма. Например, нажав сюда, мы можем увидеть полностью расклад по ней, ее телефон, со скольки до скольки и в какой день работает, а также ее адрес. Единственное, что на данный момент мне непонятно, почему при нажатии на карту или при нажатии на адрес он запускает не карту Тугис, а Google Maps. Я думаю, что это временная ошибка, так как дайлер еще находится в статусе бета-версии, и это дело будет исправлено. Сразу стоит отметить, что если мы зайдем вот сюда вот в настройки, и тут будет такая вещь, написать разработчикам. Я послал им уже пару писем с пожеланиями, и буквально все два раза мне приходил ответ живого человека, который что-то рассуждал, что-то со мной обсуждал, и это, конечно же, очень здорово. То есть разработчики прислушиваются к пожеланиям, и я так понимаю, что таким образом дайлер этот будет существенно улучшен в ближайшее время. Здесь, если мы сдвинем вот такое боковое меню, увидим разделение «Все звонки», «Пропущенные», также можем перейти сами контакты. Все это работает быстренько. Отображаются аватарки круглые, без лагов. Поэтому приятно. Тут можно искать, нажав на строку поиска. Вот так выглядит дайлер. Причем, опять же, он умеет искать с помощью Т9. Если есть люди, которые любят этот поиск, а я напомню, что это один из самых быстрых поисков, то нажав буквально там 1-2 нажатия, вы найдете искомые контакты. Это, конечно же, очень удобно. Причем для бета-версии, на мой взгляд, это приложение уже очень хорошо выглядит, уже очень хорошо работает. Его уже можно использовать в качестве основного дайлера. Если потянуть вниз от строки поиска, то открывается еще вот такая вот интересная менюшка, в которой вы видите 4 контакта. Наверное, самый часто набираемый номер будет отображаться у вас сверху, такой вот более крупной иконкой. Здесь будет кнопка «Перейти в контакт», «Увидеть все данные». Справа будет кнопка «Написать смс-сообщение». И на саму иконку, если нажать, будет осуществлен звонок, набор номер. В принципе, довольно-таки удобная реализация, но мое пожелание к разработчикам данной конторы. Дело в том, что, вот, например, товарищ Мади Такси, это не сказать, что я ему часто звоню, это вообще парняга, который живет на острове Бали, я ему там звоню буквально раз в 1000 лет. Почему-то он отображается здесь вот таким вот образом. И при всем моем желании никаким образом я не могу его отсюда убрать, удалить. Еще бы хотелось возможность, как в книге контактов от Google на Android 4.4, иметь возможность ухватить эту иконку, перемещать, передвигать между этими 4 позициями. То есть вот эти вот вещи, конечно, надо доделать. И желательно вообще, например, по долгому удержанию дать возможность самому назначить сюда контакты, и будет вообще все прекрасно. Что еще? Если мы сдвинем вправо, то увидим еще вот такую вот меню. Это, собственно, та самая интересная функция, когда наша звонилка интегрирована с поисковиком. Здесь сразу есть разделенные кнопки, там такси, аптеки, доставка еды, рестораны, шиномонтаж, банки. Ну, примерно то же самое, что я вам показывал в приложении Тугис. А здесь мы можем, например, искать сразу то, что нам нужно. Допустим, я ищу мегафон. Сразу показывается все точки мегафона, как вы видите, сразу со всеми данными,
когда работает. Это я вам уже все показывал, телефонные номера. Причем, что интересно, когда порой вы звоните вот на эти телефонные номера, то работники того самого Мегафона недоумевают вообще, откуда вы этот телефонный номер узнали. Потому что, как правило, везде фигурирует вот этот вот московский или такой вот общий номер 8800. Когда вы попадаете к какому-нибудь роботу, и он начинает вам пудрить мозги. А здесь вот, набрав вот этот городской номер, вы попадаете к живому, пусть и глубоко изумленному человеку, который, собственно, сразу начинает вам что-то говорить и в чем-то помогать. Это, конечно, тоже очень здорово. То есть, вот эта вот организация ТУГИС, она, не знаю, откуда берет всю эту информацию, но она знает буквально там досконально все телефонные номера различных банков, которые они очень тщательно скрывают, чтобы им там не звонили напрямую, а звонили через справку. То есть все эти вещи можно будет узнавать с помощью вот этого ТУГИС. Обратите внимание, что все, что вы искали, будет вот таким вот образом удобно отображаться здесь снизу. И все это дело, я так понимаю, что будет потихоньку туда уползать. Не знаю, будет ли она потом приподниматься, если я захочу вот таким вот образом сдвинуть. Пока у меня только две организации. Ну, давайте сразу же наберу еще что-нибудь. И да, я оказался прав. Действительно, очень грамотно продумали. То есть вы будете видеть здесь всю историю своих поисков. Сможете вот таким вот образом перемещаться там по ней. Наверное, и потом и глубже можно будет мотануть. И, собственно, отсюда прям начинать переходить в эти менюшки и перезванивать или смотреть какую-то информацию о фирме. Другими словами, вот такой вот удобный дайлер с поиском Т9, который уже смело можно использовать в качестве основного, убрав тот дайлер, который идет у вас по умолчанию. Здесь, кстати, отображаются все города, которые знает ТУГИС. Опять же, если вдруг ваш город ТУГИС не знает, конечно же, он периодически добавляет новые города, очень быстро развивается, но тем не менее, если вдруг ваш город пока для ТУГИСа неизвестен, вам придется пользоваться лишь вот таким вот симпатичным, удобным дайлером, и не более. То есть искать в вашем городе он не сможет. Весь список городов можно увидеть вот здесь. Сейчас я покажу, какие города на данный момент ТУГИС знает. Вот, загрузить новые города. И здесь показана страна: Кипр, Чехия, Италия, Казахстан, Россия. И сразу снизу, сколько городов уже охвачено ТУГИСом. Вот там в Кипре один город, там в Чехии 13, в Италии 2, в Казахстане 4 и в России 216 городов. Открываете, смотрите, какие города, есть ли в этом перечне ваш город. Если же вашего города на данный момент ТУГИС не знает, я думаю, что нет смысла расстраиваться, буквально там в ближайшее время будут добавлены какие-то другие города, возможно, и ваш тоже. Обратите внимание, что Google не смог определить тот самый номер, который знает ТУГИС. Он только показал мне, что это калининградский номер. Кстати, все вот эти вот вещи с определением номеров очень помогают. Иногда порой берешь телефон и не знаешь вообще, что это за номер, с какого города вообще тебе звонили, имеет ли смысл перезванивать по нему. Или же это какой-то межгород и попадешь на деньги, и лучше подождать повторного звонка. Так вот, все эти технологии, которые сейчас развиваются у Google, у ТУГИС, они очень будут помогать нам. На мой взгляд, это прямо киллер-фишка. На этом все. Спасибо вам всем за внимание. Пока-пока.